Мама погибшего солдата Назия Габдульбаровна вспоминает детские годы сына. Был честным, ответственным, целеустремленным, иногда упрямым. Мечтал служить в элитных войсках, и его мечта осуществилась. В 2012-2013 годах проходил службу в Калининграде, в морской пехоте. Но жениться не спешил. Незадолго до мобилизации сказал, зачем оставлять сирот после себя, вспоминает его мама. Кажется, он знал, чувствовал, что с ним произойдет. Говорил: «Мама, я должен пойти». Он никогда по сторонам не смотрел, только вперед. Такой был человек. Его никто и не смог бы остановить. В Кемешкульской школе Азата Латыпова помнят как заводилу, спортсмена и артиста. Никогда ни одно мероприятие не проходило без его участия. Он был настоящим человеком. На него в любое время можно было положиться, вспоминают о нем учителя. Он пришел в 5-й класс после Алгаевской начальной школы. Как ни странно, он любил сидеть всегда на первой парте. Он был самым, как вам сказать, дисциплинированным. Старался во все вникать, слушал каждое слово учителя. Очень уважал учителей и своих товарищей, одноклассников. Поэтому одноклассники его очень уважали. Дружбу он ценил превыше всего. Азат жил и работал в Казани. Был мобилизован 27 сентября. После получения повестки сразу пришел в танковое училище. В период прохождения боевого слаживания его посещали друзья. Последний раз я видел его в конце октября. На экспо, когда я подъезжал к нему, привозил там лекарства, продукты. Он был немножко грустным, да, в глазах это было видно у него. Сказал то, что суждено, приедет, дай бог, свидимся, Лаверса. Пару дней уже снился, после смерти, после похорон, имеется в виду. Вместе купались, в Казани вместе время проводили во снах. Даже просыпаться неохота было. А Азата мы никогда не забудем. Будем молиться за него. Азат Латыпов погиб 9 ноября в боях возле города Сватово. Похоронен в родном селе Алгаево. В церемонии открытия мемориальной доски выступил глава района Анатолий Иванов. По его словам, в Мамадышском районе уже 9 бойцов похоронены. Трое числятся без вести пропавшими. Наша задача – увековечить имена солдат, воспитывать на их примере подрастающее поколение. Фаузия Нургалимова, Алмаз Камалеев, Эльш Худинов. Новости Татарстана.